Дорожно-транспортное происшествие с жертвами произошло в Алматинской области. Междугородний автобус на полном ходу слетел с трассы и перевернулся. В результате аварии погибли 3 пассажира. Автобус с 43 пассажирами на борту перевернулся в 8 утра. Ему оставалось всего около 60 километров до Алматы, куда он направлялся из Южно-Казахстанской области. Я проснулся от криков людей. Потом мы перевернулись. Рейсовый автобус слетел с трассы практически на полном ходу. На дороге не видно следов экстренного торможения. Тяжелое автотранспортное средство перевернулось. Лишь немногим пассажирам удалось выбраться самостоятельно. По предварительной версии, 41-летний водитель автобуса не справился с рулевым управлением в условиях гололеда. На месте происшествия продолжают работать наши сотрудники дорожно-патрульной полиции, следственно-оперативной группы Жамбылского РОВД. По факту уже начато уголовное расследование. В больницу ближайшего села Узунагаш доставили 26 человек. 5 из них госпитализировали в хирургическое отделение. Перевернулись раза 2. Это все, что я помню. Мой младший ребенок вылетел в окно, но с ним, слава богу, все в порядке. Все пострадавшие с различными травмами находятся под пристальным наблюдением врачей. Закрыта черепно-мозговая травма, ушибы, ссадины мягких тканей, компрессионный перелом позвоночника было. Вот сейчас девушка, которая у нас в реанимации лежит. На месте ДТП погибли 2 мужчин. Еще один пассажир умер от полученных травм в реанимации. Все жертвы – жители города Сары-Агаш. Динмухаммед Каликулов, Ирлан Абжанов, Алматы, Хабар, 24.